Всем огромный привет, мы с вами Учижерка, это Московская область, Ногинск 9. Посмотрим на новинки с 12 сентября. Тут что-то такое съедобного, и из несъедобного даже утюг паровой. Бамбуковые всякие штучки, а может и не бамбуковые, проверим. Посмотрим, есть ли все это уже на полочках. А вот здесь лаваш получше, чем в Москве, кстати. Он по-другому свернут. Так, а дата стоит. Обычно наклеечку мы с вами ищем. В этот раз тоже что-то. А, вот, 10.09. Ну, вообще, этот пышненький такой. Лаваш 39 за 360 граммов. Вот лук отличный, смотрите, какой гладенький, не гнилой, а в Диксе просто ужасный лук. Лук по 34 рубля в Чижике. Но я уже набрала гнилого в Диксе. Тут уже полные полочки. И с той стороны, и с этой. В общем, начнем. Торт черемушки, тофи, 380 граммов, 229 рублей. Вот он какой. Элегантный вкус сливочной карамели и шоколада. Это вот что-то новенькое. Печенье дымка арабеска. Сдобная с вареной сгущенкой. 199 рублей, 730 граммов. Чай принцесса Ява. Грейпфрут и лимон. Притом это 20 пирамидок в пирамидках. 59 рублей. Что еще? Печенье помпини Чаки Лайф. 600 граммов, 219 рублей. Вот так вот все закручено. Со вкусом клубника. Крупсы, дрожже внутри. Кукурузное дрожже в темной глазури. Мне кажется, это похоже на то дрожже, которое продавалось в Светофоре. Очень вкусное, кстати. Не содержит глютен, без ГМО. Новинка. В общем, внутри такая хрустящая кукуруза, а снаружи глазурь. Ну, конечно, не шоколад. 139 рублей, короче говоря. Ушки, а называются Валентинки от Мастер Конд. 430 граммов, 199 рублей. Очень вкусно получается Наполеон. Ленивый Наполеон из ушек. Крем плюс вот эти ушки, все прослаивайте на ночь. Дать настояться и вкуснота с утра. Я делала, мне понравилось. Какао-напиток Шоко с маршмеллоу. В три раза больше маршмеллоу. 139 рублей. 200 граммов. Залейте стаканом горячего молока, размешайте хорошо. Выиграть телескоп, кстати, по QR-коду. О, юбилейная. 199 рублей. Такая огромнейшая упаковка. 804 грамма. Ну-ка. Тут мне показалось. Да нет, нормально. 804 грамма. И посмотрите, что. Печем дома. Во-первых, оладьи, смесь для выпечки. Во-вторых, кекс апельсиновый, да. 54 рубля 300 граммов и 39 рублей 250 граммов. Пользуйтесь, кстати, вы такими смесями. Или проще самим там все это накрутить, достать с холодильника. В принципе, всегда все под рукой. Давайте посмотрим, что в составе. Мука пшеничная, высший сорт, сахар. Затем яичный меланж, сухой, соль, разрыхлитель. И ароматизатор ванилин. Вот и все. В принципе, это самим можно. Если мука под рукой, все сами. Яйцо, мука, да ванилин и сахар. 79 рублей. Это добрый тропический микс. И здесь 950. Не литр. Без консервантов. Топпинг махеев 79. Томаты очищенные от ботаника 79. Притом с ключом в собственном соку. Кстати, может пригодиться. Здесь из прошлой коллекции горшки, они же кашпо, 99 и 149 с двойными стенками, ну или с двойным дном. Калошки появились, калошики 499, а называются как Сабо Витанна, Сабо вернее, Витанна, изотилин, винил, чего-то там, Россия, удобные вот на осень, короче, новая коллекция. Так, банкетка. А вот и банкетка. 1900, 100% бамбук. Нагрузка до 120 килограммов. Интересно, как сделано. Гладкая поверхность, легко собирается. Ключ для сборки в комплекте. Но мы с вами знаем, что грядут скидки через недельку. Можно подождать, потому что 1900, но довольно тяжеленькая. Высота у нее 45, глубина 28 и ширина 70. Оптимально, но непонятно. Так, яйца куриные 79. Какие в этот раз, коричневые или белые, как думаете? Я думаю, коричневые, да. Интуиция.
И два стола еще здесь остались. А столы, между прочим, вот вам, пожалуйста, я покупала за 2000, а теперь он 1300. 35% скидка через неделю подоспела. Поэтому можно подождать. Апельсины 119, лимоны 129 и грейпфрут витамин 129. Возьму сыр сулугуни, мне он нравится, для всех блюд подходит, там где нужен тянущийся сыр типа моцарелла, 370 граммов упаковки, и шампиньоны. Я специально смотрела, в Дикси дороже, здесь 100 рублей, ой, 109 рублей 400 граммов. И, кстати, есть покрупнее, есть помельче, то есть выбирайте на свое усмотрение. Вот такие возьму, среднюю, золотую середину. И что же здесь в новинках непродовольственных? О, какой красивый жилет. Ветровка мужская. А это жилет утепленный женский. 699 рублей. Большой. 56 размер. Розовый полиэстер верх. Подкладка тоже полиэстер. Утеплитель синтепон. Смотрите, какой красивый цвет. Здесь тянущаяся такая резиночка. Вставки. Молния, пластиковая, но металлическая собачка или бегунок. Воротник, стоечка, просто красота. И он довольно длинный, этот жилет. Приталенный. Так, и остался только черный и черный. Да, 46 по 56 размер. А нет, я вижу еще розовенький, ну-ка. Стоит такой жилет 700 рублей без рубля. Да, очень красивый, теплый, добротный, хороший. Мне понравился. Но большие размеры. 54, 56 у розовых. Я бы взяла розовенькие, а черные еще есть всех размеров. Но черный цвет. Так, дальше. Ветровка мужская. Вот мужчинам повезло больше. У них, смотрите, какая ветровочка. Ну-ка. Ветровка. Ветронепродуваемая, между прочим, хороший такой материал. Синтетический, спереди здесь кармашек. Тоже воротник стойка, да еще с защитой. Вот здесь, чтобы горло не прищемить и не натереть шею. 54 размер, 94 полиэстер, 6 спандекс, подкладка 100% полиэстер. Так, и вот здесь очень интересно сделана мягенькая такая подкладка. Типа флиса, да, вот видите, мягенькая. Сетчатый карман внутри. Посмотрим, что там с рукавами. Здесь карманы без молнии. Вот это, конечно, минус по бокам. Внизу просто вот такая прострочка, окантовка. Молния пластиковая, замочек металлический. И рукава обычные, как у классической куртки, без резинок. Это, конечно, минус. Вот так она выглядит. 1300. Коротенькая довольно. А вот и шали. Называется шаль женская, принт «Русские узоры». Такая красивая, белоснежная. Конечно, все это синтетика, это не вологодские шали и не традиционные, а просто замена китайская. Значит, «Русские узоры», стоп... А, хотя нет, смотрите-ка, 20% хлопок и 80% полиэстер. Сделаны в Китае. И бахрома. Зеленый, розовый, белый, синий, вишневый. Ну а что же здесь в бамбуковой серии? А это подставка-доска с ящиками. Вот это что-то новенькое для хранения. Смотрите-ка, пластиковые ящики выдвигаются. Подставка, да, доска, на ней можно резать, но уже чувствуется запах вот этот вот от бамбуковых, как помните, как в фикс-прайсе, от бамбуковых вещей, такой запах своеобразный, химический. Вот они, лоточки выдвигаются. Не знаю, удобно или нет. Вот так все нарезать. Какой в этом смысл? Потом все это мыть. А размеры такие. 41 на 30 и 6 сантиметров высота вот этого всего дела. И объем выдвижного ящика 1 литр. 1-1-1. И, кстати, тут есть ручки удобные. Ну, мне кажется, для рукоделец будет хорошо. Доска вот для рукоделия. Что-то здесь такое делать. А в ящиках там катушки, нитки. Иголки, бусины и все что угодно. Для рукоделия, мне кажется, отлично. 999. 41 на 36 сантиметров. Опять корзины а-ля IKEA. Но теперь вот такие серо-белые и нежно-розовые. 25 на 24, 399 рублей. Для детей набор бытовая техника. 400 рублей, пожалуйста.
развивает мелкую моторику. 3+ возраст. Тут вам и стиральная машина, и тостер, и утюг, и чайник, мини-комбайн. Да вот она, стиральная машина. Даже есть стиральный гель для стирки. Миксер, тостер с хлебушком. Просто класс. 400 рублей. Миксер такой, миксер секой. Еще, смотрите, для мальчиков конструкторы, да и не только для мальчиков, для всех тех, кто любит собирать из маленьких деталей вот такую красоту. Мотоциклы 6+ возраст, смотрите, замена лего, 284 детали, да еще какой мотоцикл, да еще в каком, смотрите, чемоданчике. Можно, кстати говоря, к Новому году уже подкупать подарочки. 700 рублей, и тут разные-разные варианты, их много разных. И игрушки-машинки. Собери коллекцию по 99 рублей. Каждая в своем индивидуальном боксе. Всякие гонки. Книга «Мир в окошке». 300 рублей без рубля. Открываем. Здесь видите, какие окошки. На каждой страничке несколько их. Закругленные края для безопасности. Книга картонная. «Тайна динозавров», «Часы и время», «Что там под водой». И вот как устроены машины. Природа и погода. О, как классно. Хорошие вот эти книги. И самые любимые книжки. 199. Маяковский, «Лебединое озеро», «Синие листья» Асеева, Павел Бажов, «Белые страницы», «Твердый переплет». Ой, какие иллюстрации это хорошие. Такие в советском стиле. Очень хорошие иллюстрации. Смотрите, какой крупный шрифт. Просто класс. Вот эта серия замечательная. А издательство «Эксмо детство». Или серия «Эксмо детство», а издательство «Эксмо». Отличная. Отличная серия. Мне понравилось. Что тут еще? Термосумки. А, она вот какая маленькая, небольшая. 24 на 16 и 28. Уж не знаю, что в ширину, наверное. Да. Внутри теплоотражающий материал. Еще маленький кармашек дополнительный. Донышко. Ну, такой интересный у нее дизайн. Серо-коричневый. Kitchen Collection. 299 рублей. Потом трусы мужские. По одной штуке продаются. Вот такой классический у них вариант. Покрой, широкая резинка. 52-54. Двойные размеры. Черные, синие. По 199 рублей. Возьму тушку цыпленка. 169 рублей. Так, ну-ка, надо посмотреть дату. То что-то подозрительно. 169 за 1 килограмм. Так, 7.09 до 14.00, 2.235, то есть будет аж под 400 рублей одна такая. Кофры для хранения складные, на молнии, 55 на 49 и 19 по высоте. Ну, вот такой кофр и под кровать, и в шкаф, куда угодно. Для подушек и одеял, для хозяйственных мелочей и для одежды. Для всего подходит. Материал полипропилен, и это вот как такие клетчатые сумки, ткань. Такой ткани шип, то есть не просто кусок полиэтилена, а именно вот из ткани полиэтиленовой. Оранжевая молния 149 рублей за одну штучку. За 2500 мантоварки, 6 литров 200 миллилитров, 26 сантиметров в диаметре. Сейчас посмотрим, что за сталь. Годится для индукции, для керамики, для газовой плиты и для электро. Стеклянная крышка с отводом пара. Ну, это как во всех таких кастрюлях. Но здесь, конечно, тонковатый металл. Но ничего страшного, это шмотоварка. Так, и дутые ручки, чтобы не нагревались. Ну, типа набор таких дуршлагов. Все как обычно. Подходит для всех видов плит. Китайское исполнение. Да, прозрачная крышка, удобно, конечно. 2500. Ну, думаю, что будут еще и скидки, скорее всего. Еще незаменимая вещь. Как считают производители, это поднос-сушилка. 149 рублей. Вообще маленький, компактный такой. Может, кому-то и нужен. Как раз такой 37 на 21 и 23 шириной.
углубление для удобной переноски, выемка для слива воды. Так, используйте как поднос, используйте для сушки посуды и для мытья и сушки фруктов, овощей и зелени. Гладкий такой пластик, приятные ножки. Да, вот здесь углубление типа ручек. В общем, такая необычная штука. Кабель SmartBuy для зарядки и передачи данных. Красивый, голубой. 1 метр, 129 рублей. И наушники тоже SmartBuy с микрофоном. 99. Бамбуковые органайзеры. Смотрите, какие они большие оказались. 27 на 18, 11,5 сантиметра в высоту. Здесь 1, 2, 3, 3 отделения. Еще и подносик внизу, подставочка. Значит, состав бамбук и МДФ. Интересно, где МДФ? Может, внутри подставки? Или донышки? А, да, донышки у каждого вот этого отсека, это МДФ. 899. Это вот все серия бамбуковая. И долгожданная кофеварка. Гейзерная, 800 рублей. Аппала. Объем у нее 450. И годится, кстати, для индукции. Вот, из двух частей состоит. Подробная инструкция на русском языке. Давайте откроем, да посмотрим. Ох, какая красота. Ручка пластиковая. Донышко. Ну, выглядит как обычная такая гейзерная. Не знаю, что тут основные у нее, какие моменты, на что нужно обращать внимание. Но все, все вот так. Из нержавейки. Пищевой пластик, нержавеющая сталь, силикон и медь. Вот состав. Да, сделано в Китае. Наполните нижнюю часть холодной водой, вставьте воронку, заполните воронку. Ну, в общем, тут очень с ней нужно много маршировать, как говорится, вокруг нее. Контейнеры от Архимед. Помните, в светофоре такие продавались? Они годятся и под блины, и под торт, и под пирог, под все что угодно. 199 здесь. Диаметр, кстати. Это все наш знакомый Архимед, BPA Free. Можно мыть в посудомоечной машине. А вот диаметр не написан. Ну, для большого торта с ручкой. 2000 BQ. Мощность 2600 Вт. Паровой удар 140 Г. Что это значит, не знаю. Функция очистки от накипи. Обычный утюг. Он запечатан, поэтому никак не открыть. И керамическое покрытие для легкого скольжения. И еще и вертикальное отпаривание. Утюг, кстати, остался у меня последний в руках. Остальные все тут же разобрали. Вот, налетела толпа и все схватили, разобрали. Тоже, пожалуй, положу, подумаю еще, может, нужен. Кроме того, 1500, тут блендеры. Поступили. Ну-ка сюда, в уголочек. 700 ватт мощность, неплохая. Металлическая вот эта штука у него. Сама насадка для блендера. Миксер, измельчитель и блендер. То есть три в одном. Смотрите-ка, и это, и это, и это. Да еще 700 ватт. Black Tone. Так, что еще пишут? А все, больше ничего не пишут. Нож с двумя лезвиями, насадки из нержавеющей стали. Очень даже неплохо. 23-й год, дата производства. И из бамбуковой серии, наконец-то, мы с вами добрались до короба для хранения. 31, 31 на 31. Весь такой квадратный. 249 рублей. Да, нетканый материал на донышке. И внутри металлическая здесь окантовка ручки. И бамбук со всех сторон. Вот такой короб. Мицеллярный гель для душа, 200 рублей, 600 миллилитров. Кактус и зеленый чай, вот это интересненько. А вот гель возьму, я такие штуки люблю. Приятно пахнет. И большая расфасовка 600 миллилитров. Да, 200 рублей. Утюг, конечно же, брать не буду. Вот сейчас кто-нибудь подойдет, будет осчастливлен. Так, ну и все, в принципе, вот и все новинки. Там старинки с прошлой недели. Посмотрим на скидки. На одежду хорошие скидки. Аж 50%, 30%, 30%. Пеналы, карандаши. Все идет со скидками. А вот тапочки домашние нет. 400 рублей. Смотрите, какие они уютные. Правда, вот здесь вот
Борчик высокий. Кому-то, может быть, знаете, у кого такие размеры, не то, не сё, не 39 и не 40, а между, у кого полуторные размеры, вот у тех может здесь неприятно давить на пятку. Поэтому никак не примерить. О, какие звезды! Значит, коричневые, черные и все, два варианта. 399. Брюки со скидкой, блузки со скидкой, носки без скидки. А какие-то со скидкой. А как определить, какие? Ну-ка, вот это вот что за розовый ценник? Носки кальцини. Как понять? Вместо 99-79, 23-27. И тут же мужские кальцини, носки, 149. Ясно, что ничего не... А, вот кальцини, вот эти. Короче говоря, Союзмультфильм подешевел. Вот тут и осталось всего три штучки, еще и кеша. Нет, хоккей, да ну погоди. По 79, отличная цена, тем более вы говорили, что модно. Так, тампоны 209, тоже хорошая цена. Президент, паста, 4 вида биокальция, тоже со скидкой 199. Во! Для мытья посуды 929, а мне как раз надо, и как раз последнюю упаковочку. Да супер! Слушайте, как удачно-то, 70 таблеток. Мне именно вот этот финиш Powerball нужен. Возьму-ка я тесто бездрожжевое, у меня столько рецептиков накопилось. Приготовим с вами. Сегодня, кстати, в конце видео вас ждет тоже рецепт из продуктов, купленных в Чижике. Возьму еще от гринолы смесь овощей. Сейчас она стоит. Так, где она? Смесь овощей. Гавайская 124 за 800 граммов. Так, а это 8 овощей. Не вижу. Гавайская только есть. Ну ладно, возьму, как раз и разберемся. Тоже что-нибудь приготовлю вкусненькое. И филе ментая. Нравится мне. Все-таки там внутри филе не котлета, не пойми с чего сделана, а именно филе. И возьму еще котлеты из говядины, свинины, куриной грудки. Я их тестировала вместе с вами. Мне они больше понравились, чем куриные из Чижика. Значит, вот на крайний случай, когда ничего нет, достаю и готовлю. Стоят они, опять на них нет, по-моему, наггетсы, пельмени, лазанья, все есть, а котлеты нет. Блинчики, тесто, чебурек, пицца, да, на котлеты нет цены. 6 штук, 450 граммов, понравились нам. А вот что повторно куплю, это семейка Осби, печенье с изюмом. Просто обалденное печенье, я съела за один присест. Оно такое воздушное, без пальмового масла, кстати, источник пищевых волокон, так еще и мягкий там изюм, такой вкусный, сладкий. Пожалуй, даже возьму две. Вот так вот. И в этот раз выберу еще варенье черная смородина, черносмородиновое, 550 граммов, 179 рублей. Очень мне нравится с творожком. Отличная штука. Не знаю, сохранился там витамин С или нет. Больше витаминов по ссылке тут написано. Варенье черносмородиное, состав сахар, черная смородина и все, больше ничего. И ГОСТ указан даже. Пока стою здесь у кассы в очереди, смотрю, что нашла. Шпроты из балтийской кильки, да еще с ключом. Вот так выглядит это барс. Ну, посмотрим, дома разберемся. 13% скидка, по 70 рублей всего баночка. Я взяла, попробуем. Приготовим вкусный минтай от Доброфлот из Чижика. Приготовим его под шубой. Овощная обжарка уже тут у меня практически готова. Затем добавим 3 столовых ложки сметаны, 3 яйца. Посыпем все это сыром сулугуни. Тут у меня полупаковки на тру. И вот в этой прекрасной форме из Чижика все и будем запекать. На растительном масле обжарила лук с морковью. Для заливки смешаем 3 яйца, сметану, соль, перец. Что тут у нас еще? Можно добавить немножко чесночка и, конечно же, тертый сыр. Обязательно. Сначала слой рыбы, потом слой шубы и окончательный слой уже заливки.
Посолили, поперчили и убираем в духовку. А лето цвета неба, огромное и синее. А лето цвета солнца с сыром. Приятного аппетита! Готовьте, это очень-очень вкусно. Не оторваться, пока все не съедите. Посмотрите, подошел. Вы посмотрите на него. Сейчас мы с вами, да, посмотрим на предпочтение клёпы. Клёпа. Клёпа. Мы сейчас с вами выявим, что ему больше нравится. Так, значит, здесь что есть у нас ассорти сегодня? Сердечки сырые, посередине колбаска и справа кожа куриная. Ну, сырые запчасти. Вот посмотрим, что ему больше по душе. Как думаете, что выберет первым? Что это? Ага, сердечки. Субпродукты. Дальше, номер два. Что будет? Да, клёпа не дурак. Сердечки-то повкуснее, скажи. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал ТипТоп ТВ. И поскольку YouTube чудит периодически, чтобы мы с вами не потерялись, подписывайтесь на меня в Яндекс.Дзене, в Телеграме, ВКонтакте. Все ссылки вы найдете под видео. Точно так же называется ТипТоп ТВ. Присоединяйтесь, всех жду.